СБ-банк. СБ-банк, попадание в крышу. В результате обстрела поликлиники мы можем наблюдать, в результате которого пострадало 3 человека, среди которых ребенок. Это воронка от мины. Вот повреждение здания. Значит, какие-либо воинские формирования ополчения здесь отсутствуют. Работали именно по мирной цели, по гражданской. Второй этаж поликлиники. В помещении стоит запах газа, потому что газовые трубы повреждены и газ уходит наружу. Улица Карла Маркса, разрушение. Здесь отработал град по мирному кварталу. Вот мы видим результаты удара. Кафе по де Прованс, здесь же на улице Маркса. Результаты попадания мины. Улица Почтовая, дом 1, градообразующий завод, станкостроительный завод имени Ленина. Только что подвергся артобстрелу минометами. Значительное разрушение. Вот мина легла. Вот КПП. Еще одна мина. Ну это вот дальше там тур. Вот смотри. Короче, тут до хрена, вот тут мы пробили они газовую трубу. Мы тут, вон, видишь, по стеклу, вон она, вон она, да, да, да. Вон она, прям видно, дыра. Вот они, вот дырки. Короче, вот удар, вот он был. Вот она, воронка. Вот воронка от мины. Да, да, да. И пошло, вон здание, вон, видишь, пошло, вон здание лупанули. А там люди пострадали. Да, это сегодня. 3 человека пострадало. Да блин, больница. Я говорю, это вообще. Я вообще не понимаю. Честно, не понимаю. Все видел, а. Погранчасть города Луганска. Сюда доставляются соответствующими службами машины из города, которые подверглись бомбежке.